Всем привет! Мы сегодня купили такие сарики, купили сарики. С вами заказали сарики. И что мы с этими сариками делали, Артур? Что мы туда добавили в шарики? Воду. И через 2 часа у нас шарики какие стали? Огромные. Давай покажем. Вот такие шарики у нас стали. Да. Из вот такого размера стали вот такие. Они увеличились примерно в 1-2. В 1-20, да? Ну давай, что мы будем с ними делать, как ты думаешь? Добавим лук. Посадим лук? Да. Ну, давай возьмем тогда баночки. Да. Выбирай цвет, который тебе нравится, и клади его первым. Какой тебе цвет нравится? Там сколько цветов примерно? Ты видишь? Не знаю. Давай посмотрим вот так вот. Возьмем, начерпнем и посмотрим. Вот. Вот. Папа, клади на стол. Они разбегаются, да? Ну, давай посмотрим, какие мы цвета видим. Вот желтый я вижу, да? Синий, оранжевый, красный, белый, да? Это еще оранжевый, синенький, это синий и фиолетовый, да, есть зеленый. Вот такие цвета есть. Вот какой тебе цвет первый нравится? Такой красненький? Да. Ну, давай складывать на себе красных. Выбирай отсюда красные, вот отсюда, и складывай их в банку себе. А я это выберу... Это классный. А я синих. Да, отправлю, да. Могу найти классные. Ну, так ты смотри, у нас их очень много. Ну, вот видишь, у тебя здорово получается. Давай. А я буду синий выбирать пока. Смотри. Ты красный, а я синий. Ой, зеленый у меня получился. Самка. Сделаем композицию. О, пока их много, кстати, у меня есть вот такие цветы. Я хочу, чтобы они красиво были в стаканчике. Я вот зачерпну немножко. Сюда вот насыплю. Не могу найти классные. Ой, я нигде не красный туда положу. Ну, тогда встань. Я не могу. Ты не можешь. А, ты обратилась? Ну, давай. Почему я нет? Не могу, я тебе возьму. Хочешь тебя насыпать да, мне? Да. Ну, давай насыпай чуть-чуть. Ага. Ну, давай, я буду держать, а ты насыпай. Нет. Давай. Я поближе. Поближе тебе поставить? Ну, давай. Ага. Сыпь сюда, я буду держать. Ничего страшного. Ничего, давай, я держу, ты сыпь. Найдем, конечно, потом. Если Лилу у нас наверху спит, во-первых. А там во-вторых. А во-вторых, я не думаю, что она будет их есть. Почему? Так, ну все, мне хватит, я сейчас сама засыплю, да? Ты пока себе банку выбирай. Ты можешь взять тарелку сходить, и в тарелку сыпать, и потом выбирать из тарелки, если тебе цвета плохо видны. Я хочу все цвета, вам все. Все цвета класть? Ну, клади в банку все цвета. Тебе нравятся все цвета? Да, можно? Конечно, делай, что тебе нравится. Бери вот банку сюда, одной ручкой вот так держи, чтобы они не сыпались на пол. И насыпай. Ну, получается у тебя? Да. Давай насыпай. Передайте мне фламочку, которая там из ванной. Ну иди возьми. Ну иди сходи за формочкой. Давай, я тебя подожду. В твоей комнате. Да. Иди сходи. А ты принес формочки. Ну давай. Давай. Ой. Мамочка. Но с формочками у тебя лучше получается. Формочками. Ты хочешь, чтобы у тебя цветная была банка? Ну хорошо, пускай будет цветной.
Ну, хватит? Не-не-не, подожди, подожди. Давай померим. Лук влезает. Вот так вот. Поставим его. О, держится он, все хорошо? Да. А что нам нужно налить, как ты думаешь? Вода! Вода. Отлично, наливаем воду. Боюсь. Держи, осторожнее, лей. Не спеши. Наполняется? Ты. Может, хватит уже посмотреть? Нет, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Оп, стоп. И теперь мы берем что? Опускаем луковицу туда. Корешками вниз, да? Покажи, что корешки у нас. Не-не-не, корешками вниз. Корни же будут расти. Ой. Ну ничего, выпрыгивают, да? Лишние, значит, они. О. Лишние у нас выпрыгнули, да? Помоги. Мы добавили воду. Положи их. Давай мы их обратно вернем. Лишние мы вернем сюда. О. Ну, теперь у нас луковица пустит корешки. И мы снимем видео, когда у нас появятся... Корешки. Не корешки, а когда зеленые у нас появятся листики, да? Листики. Да. Мы будем кушать. Вот сейчас мы покажем, как мама сделала. О, какую композицию. У нас цветочки опущены вот в такие горошки. Красиво у нас теперь получилась такая вазочка с цветочками. Да? Сколько долго придется ждать это? Сколько долго? Сколько лука придется ждать? Да. Пока он начнет расти? Да. Он, не знаю, может быть, неделю-две. Нет. Это долго, ты считаешь? А давай теперь я составлю свою композицию. У тебя такая цветная банка, да? А посмотрим, какая у меня получится. Хорошо? Ладно? Давай. Ну, я закончила свою работу. Вначале синие были шарики, потом белые, желтые и розовые. Я выбрала так. Ты поможешь мне налить сюда воды? Да? Нальешь? Так, только не спеши, я скажу, когда хватит. Одна сейчас. Али. Стоп. Так, о, еще. Интересно, будет какая-то разница? Все синее стало, желтое. Белые стали прозрачные, смотри. Принеси еще водички чуть-чуть. Сейчас. Пожалуйста, давай. Налить из крана? Да, конечно, с крана простой воды, холодной. Смотри, а белые стали прозрачными. Сейчас. Чуть-чуть еще. Чуть-чуть еще. Давай. Стой. О, еще один. О, стой. Хватит. А сейчас я лук опущу. Вот это. Сейчас, они сейчас сами будут в воде, видишь, вот? Вода сейчас будет выплескиваться даже. Вот эти все. Все, они уже все в воде, посмотри. Вот, я луковицу спустила. Смотри, у меня получилась тогда банка вот такая. Переход цветов, да, у нее наблюдается. Шарики отдельно не видны, да. А зато видны слои, да? А у тебя интересное. У тебя нету слоев, у тебя все разноцветное в банке получилось. А почему вот... у тебя так? Ну, потому что я слоями выложила шарики. Ну, и у тебя интересно, и у меня интересно. Да. Ну, снимем потом новое видео, когда у нас лук появится. Да. У нас прошло практически 4 недели, целый месяц. И посмотрите, мой лук вот как вырос. Смотрите, какой он. Мы можем посмотреть его корни. Это очень интересно. И вот у него уже появились перышки. Почти 4 недели. Но сейчас зима, очень много темных дней, и поэтому лук растет, мне кажется, медленнее, чем весной. А вот у Артурина луке корни растут, все в порядке, а тут еще ничего нету. Ждем, может быть, что-то появится. Так что так, зимой, 4 недели. Всем пока! Всем пока!